сегодня я хочу снова посидеть на разгрузочном дне. Ну что, мой обед готов. Вы можете видеть, что в целом кожа ровная. И под платьишки, и под джинсики. Сумка просто создана для меня, но у нас прям истерик таких не было в магазине. Марк, он тебе не маленький, а? Алина уже в отпуске. Всем большой привет. Сегодняшний влог будет называться, наверное, как-нибудь наподобие «День на кефире». Я реально решила попробовать снова посидеть на вот этой вот, ну, диете или разгрузочном дне. Наверное, это все-таки больше разгрузочный день, потому что именно на диете, на какой-то строгой, я не сижу. Очень многие мне из вас пишут, зачем мне худеть, я и так стройная. Я вам так скажу, если бы я не сидела на правильном питании, я бы не была стройной. Я действительно уже достаточно давно отказалась от чего-то жареного, жирного. Сейчас по моим каким-то влогам вы можете заметить, что я не ем сладкое, не ем жареное. У меня салатики, отварная курочка, какая-нибудь рыбка, или соленая, или там запеченная в духовке. То есть я стараюсь правильно питаться. Но помимо этого, я хочу, чтобы мои формы были идеальны. Сейчас у меня не все так радужно, как хотелось бы. Животик у меня еще не до конца плоский. И я вам скажу, что благодаря питанию он с каждым днем у меня становится все более стройным и плоским. И также у меня есть некоторые проблемки на бедрах. Это, например, ушки, вроде они так называются, да? Есть какое-то еще более такое название правильное, галифе, да, не помню точно. Вот я хочу тоже от этого избавиться. Помимо этого, я делаю сейчас массаж руками всех своих проблемных зон. И сегодня я хочу снова посидеть на разгрузочном дне. У меня разгрузочный день уже был на прошлой неделе, я тогда не снимала. За целый день я выпила литр кефира, он у меня был 2,5 жирности, и съела 4 яблока. Единственное, я кефир пила с корицей, так намного вкуснее. Я вам сегодня покажу, как я это делаю. Утром стакан кефира с корицей и яблоко большое, зеленое, оно грамм 300 весит, наверное. В обед у меня стакан кефира, яблоко, и на ужин. И иногда в перекусах тоже может быть полстакана кефира и пол яблочка, например. И я вам скажу, в целом это хорошо утоляет голод. То есть реально кушать не хочется. Особенно если вы не сидите дома в этот день возле холодильника, а куда-то поехали по делам, где-то гуляете с детками, находитесь не у холодильника, не скучаете, а очень как-то насыщенно проводите день, тогда вы и не вспомните о том, что вы хотите поесть. Я вам скажу, что после прошлой недели, вот как я один день посидела на кефире, на следующий день у меня настолько убавился аппетит, вот как раньше. Желудок, получается, за день у вас сузился, и утром я еле-еле съела одно яйцо, это вот на следующий день, одно яйцо, кусочек сыра и выпила полстакана кофе с молоком, все. То есть у меня настолько был маленький желудок, что он не мог в себя принять больше. И в обед я тоже съела мало. То есть я вам скажу, что после такого разгрузочного дня ваши порции сокращаются в половину на следующий день. Вы не хотите много есть. Но единственное, на второй, третий, четвертый день у меня аппетит стал разгоняться, и я стала уже опять кушать больше. Поэтому я хочу сегодня снова посидеть на разгрузочном дне и посмотреть, что из этого получится. В целом это не так уж сложно, как кажется. Мне даже понравилось. Реально, на следующий день я проснулась, у меня был минус 1 килограмм, живот был плоский. Если такую диету хотя бы там раз в недельку, ну, хотя, может быть, для кого-то это сложно, раз в пару недель, хотя бы попробуйте. Это реально классно очищает организм. Конечно, переусердствовать не нужно, всего хорошо в меру, но иногда почему бы и нет. Что подготовила себе завтрак, порезала одно яблоко, очистила от кожуры, нарезала на произвольные кусочки. И кефир. Кефир у меня стакан, добавила чуть-чуть корицы на вкус. Обязательно добавляйте в кефир корицу. Во-первых, она очень полезна для похудения в том числе. И помимо этого, она придает кефиру какой-то очень приятный вкус, и его не так противно пить. В этот раз у меня мало жирный кефир, он такой жиденький. На прошлой неделе у меня был 2,5 жирности кефир, вот он был как йогурт, такой густой. Я им хорошо наедалась. В этот раз не знаю, посмотрим. У меня здесь 3 яблока оставшихся на обед, на полдник, на ужин. И получится еще где-то 3 стакана кефира. Но если я не наемся, я добавлю еще кефира. У меня есть еще жирненький в холодильнике, 2,5 жирности. Ну и еще яблоко добавлю, если вообще не наемся. Но в прошлый раз вот этого на целый день мне хватило. И я бы не сказала, что я прям очень есть хотела. Обязательно добавляйте корицу в кефир. Во-первых, вкус интересный получается. Я вам скажу, что яблоки с кефиром и корицы как будто по вкусу напоминают
добавить немножечко шарлотку. Девчонки, я обещала с вами поделиться своим отзывом на некоторую косметику, которую я купила в последний раз. Первое, вот этот вот карандаш, помада, не знаю, как правильно называется, от Изодора. Если я найду ссылку, я вам оставлю под видео. В общем, смотрите, получается здесь вот такой кончик. Он очень удобно наносится на губы. Видите, как удобно. Вы можете это делать чуть ли не с закрытыми глазами. На губах очень комфортно. Вот знаете, это вроде бы помада, но в то же время как блеск для губ, она увлажняющая. Смотрите, как красиво смотрится. Были разные оттенки, но вот этот оттенок мне нравится. Это прям мой цвет. И следующее, что касается теней Изодора, которые я взяла вот в таких вот оттенках. Для моего цветотипа вот эта палитра идеальна. Значит, здесь идет бежевый оттенок, чуть темноватый такой коричневый. И темно-коричневый, и беленький. Белый перламутр. В общем, мне они очень понравились. Их можно наслаивать, но самое главное, что они в целом очень аккуратно наносятся. Единственное, я совсем забыла, что у меня от Faberlic была похожая палетка. Помните, я вам какое-то время назад показывала? Она даже по цветам схожа. У Faberlic тоже немножко так вот переливается сатиновым, но это более пигментированная палетка, чем от Faberlic. В целом, от Faberlic меня тени тоже устраивали. Они идеально на каждый день, там, в офис куда-то. То есть они такой легкий оттенок дают, немножечко переливаются. Вот эти тени, они переливаются в раза два, наверное, сильнее, чем от Faberlic. Единственное, от Faberlic все-таки немножко к вечеру скатываются тени. Мне интересно, как себя поведут эти. Следующее, самое-самое главное, о чем я обещала вам рассказать, это вот этот вот крем от Миши, это BB-крем. На который я возлагала очень большие надежды. Сейчас вам приближу упаковочку. У меня 23 оттенок. Я вам скажу, что 23 оттенок для меня идеально, даже на грани, чуть темноват, но я скоро загорю после Греции, и он для меня вообще будет идеальный. Я специально взяла с расчетом именно на лето. Что я могу сказать? Это, конечно, не совсем BB-крем. Я бы его назвала полноценным тональным кремом. Хорошо, что я не взяла ту более дорогую версию. Помните, в красивой такой стеклянной упаковке, потому что там уже прям тональный крем, он плотнее этого. Вот этот тональный крем, я вам скажу, что по плотности, наверное, один из самых плотных кремов, которым я когда-либо пользовалась. Но меня радует, что он не создает маску на лице, то есть он очень хорошо распределяется, немножко подстраивается под цвет кожи и хорошо выравнивает. Знаете, я сейчас вам боюсь давать какой-то полный отзыв, я все-таки хочу его потестировать подольше немножко, и в каком-нибудь влоге я с вами поделюсь. Но пока я за два раза его нанесения могу сказать, что мне понравился. Вот он сейчас на мне, мне комфортно, он ничего не стягивает, как тот крем от Yves Rocher. Единственное, после того, как я его нанесла, я минут 5 походила, чтобы он у меня впитался, подсох, потому что он прям какой-то такой влажный финиш дал. Я подождала, чтобы он хорошо впитался, и уже потом продолжала макияж, пудру, корректор и так далее. В общем, мне реально понравился SPF 25. Единственное, я все-таки хочу попробовать тот BB-крем в красной упаковке, который вообще бестселлер. Тот, кстати, стоит 14 евро, вот этот 18-19 евро. 14 евро это где-то 1000 рублей, а 18 евро это где-то 1200-1300 рублей. Наверное, ориентировочно, у меня с математикой плохо. В общем, потестирую, потом с вами как-нибудь поделюсь. Но пока вы можете видеть, что в целом кожа ровная, хорошая. С шеи отличий я каких-то явных не вижу. Мне понравился. Спасибо, кто мне его порекомендовал. Посмотрим, насколько он приживется в моей косметичке и насколько долго я буду им пользоваться. Детки у меня кушают сегодня борщ. Кстати, у меня борщ такой смешной получился. У меня не было белокочанной капусты, и я сделала, знаете, такая есть, которая фиолетовая, или как она называется? В общем, суп с фиолетовой капустой. Аленка сказала, что такую капусту не будет есть, но хотя бы бульончик поклюет. Вкусно, Марк? Зато Марк у нас все ест, да? Ну что, мой обед готов. Зеленые яблоки, то же самое, все одно яблоко порезанное, и кефир с корицей. Вообще, если вы не можете есть сырые зеленые яблоки, их еще разрешается запекать. Убираете сердцевину, можете разрезать на две части, посыпаете корицей и запекаете, я не знаю, сколько, минут 20, наверное, да, в духовке. И такое яблоко тоже очень вкусное и тоже низкокалорийное. Меня пока сырые яблоки не напрягают, поэтому я не хочу париться, кушаю так. Собрались с детками на английский, на прогулку. Я уже не знаю, когда мы наконец расстанемся с пальто. Видите, как я тепло одета. Детки тоже у меня утеплены. У нас сейчас 10-12 градусов. Пасмурно, дождь. В общем,
кошмар. Мне тут сказали эстонцы, что у них все лето такое бывает. Палки хороший. Такой смешной. Смотрите, Марк у нас полностью от H&M. У него внутри джинсовка. Сверху вот этот вот плащик. Джинсы. Видите, какие немаркие джинсы я ему взяла с потертостями. Если упадет, поваляется, не будет ничего видно. Обожаю H&M. Что у тебя там? Все, садись в коляску, поехали, Марк. Расскажи, как зовут твою доченьку? Алисочка. Покажи нам ее. Она на кого похожа? На Алисочка. На тебя похожа? Похожа на тебя? Мам, какие у нее глаза у меня какие? Какого цвета? Коричневая, у нее голубые. Она, наверное, в папочку, да? А кто ее папа? У меня нет папы. Она без папы? Только с мамочкой? Покажи платьишко новенькое, Али. Вот это платьишко с Али. Ну, миленькое, симпатичное. Единственное, я когда одевала, оно очень туго одевалось. Мы дырочку небольшую сделали сбоку. Надо будет подшить. А так красивое в целом. Сильней. Вот, много, да? Много, видите? Но это у него много. Давай, дуй. Ну, никак нет, подуй посильней, посильней. Вот. На, еще. Я ему не даю в руки, потому что разливает всегда. Переворачивает вот так бутылек и все разливает. Красивый, да? Пришли в Тиранову детскую. Посмотрите, какая шикарная джинсовка для Алинки. Помните, я искала ей джинсовку. Мне понравилась очень в Стокмане, но она стоила 50 евро. Вот это стоит со скидкой 15 евро. Бусинки. Они, в принципе, хорошо приделаны. Вот эти цветочки, конечно, под сомнением у меня, но они пришиты. Если что, в принципе, их можно будет просто убрать, если там они начнут отлетать. Ну, очень красиво. Сейчас Алинке примерим. Алин, смотри, какое еще платье симпатичное. Какие-то скидки здесь большущие, 7 евро, 500 рублей вот такое платьишко. Например, с подобной джинсовкой, мне кажется, вообще будет очень стильный лук. В общем, сейчас тут посмотрим. Такие интересные вещички. Я, конечно, по качеству не уверена, но знаете так, пару вещей интересных для гардероба, почему бы не взять. Алин, посмотри на меня. И под платьишки, и под джинсики. Идеальный. Вы представляете, осталось 3 штуки и все олениного размера. Поэтому их уценили, я так понимаю, потому что других размеров нету. Ну, по размеру прям ровно-ровно. Алин, хватит баловаться. Я вот думаю, мерить, не мерить это платьишко. Помните, мы когда-то были в этом торговом центре? Давай, катись и потом на эскалаторе поднимайся к нам. Не боится. Вон, едет, едет, едет вниз. Мы сейчас в Ленинске находимся. И поднимайся вот на вон том. Посмотрите на эту сумочку в мохито. Кто смотрит мои видео давно, знает, что я мохито обожаю. Сумка просто создана для меня, но материал тонкий слишком. И посмотрите, какой ремень. Вы знаете, что я люблю вот такие вот носить ремешки, но вот этот очень тонкий, он по-любому не выдержит. Я камеру ношу, телефон, какие-то мелочи, он слишком ненадежный. Но сумка, конечно, очень красивая, нежная-нежная. Что-то мохито меня расстраивает своими аксессуарами. Вот сумка очень красивая, вот так она выглядит в закрытом виде, но фурнитура ярко-ярко золотого цвета. Какого-то дешевого. Мне это не нравится. Хотя сумочка симпатичная, я ищу себе такую маленькую, именно белоснежную сумку, потому что вот это у меня не белый цвет, а такой, знаете, молочный. Такая сумочка забавная в мохито. Не знаю, я бы такой не носила. Хотя, знаете, интересно, необычно. Кто любит такое, вам понравилось. Насколько все похоже, смотрите, платьишко. Помните, в прошлом году я в Заре брала платье? На 80% похожие. Мы сейчас в ресорт. Ой, из льна платьишко. Едем в автобусе. Посмотрите на эту сладкую парочку. Алина говорит, Марк, ложись ко мне, поспи немножко. Алин, хватит баловаться, а? Так слушается ее. Смотрите на него. Марк, Марк, палец не сломаешь? Марк, в носу ковыряется Алина.
Алин, хватит баловаться, все. Развлекают себя как могут. У нас дождь идет, а мы не взяли зонтик. Как же мне надоела эта дождливая погода, уже недели полторы. Берем в магазине нашу самую любимую вкусняшку. Это яблоки сушеные, которые я вам показывала. Взяли? Они все одинаковые, Алин. У нас коляска вместо тележки. Стоит, просит яйцо шоколадное. Нет, я тебе не разрешаю брать. Мы взяли йогурт, смотрите, видите? Иногда у нас такое бывает. Алина! Алинка куда-то убежала. Но вроде у нас прям истерик таких не было в магазине, чтобы, знаете, купи и все, там на полу валяться и так далее. Пойдем. Пойдемте. Видите, сел и ждет мою реакцию. Все, Марк, пока. Алин, пошли. Так, сейчас проверим. Пойдет за мной? Пошли. Я тебе взяла. Вот, будешь йогурт кушать, пойдем. Пойдем, пойдем. Вот видите, идет спокойно. Помогает мне выкладывать. Марка, ты будешь мне помогать выкладывать? Помогай давай. Он только наблюдает. Да, 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 дома будешь кушать. Аккуратно, не разбей, пожалуйста. Аккуратненько. Вон тоже помогает, малыш мой. Умница. Молодец. В общем, забила коляску как только можно. Купили продукты. Помимо этого, я там на почте штук 8 посылок больших получила. Я не знаю, буду ли вам показывать посылки сейчас, потому что я хочу отдельное видео снять покупки с Алиэкспресс. У меня много в этот раз покупочек классных. Ну что, пришел Алинкин круг. Папа надувает нам. Ты чего кричишь? Коняшка! Он, видите, какой громадный. Хотя я выбирала размер S. Был еще в два раза больше. Но он, конечно, крутой. Он даже лучше, чем я представляла. Посмотрите, здесь блестки. Все, это мой круг, пока. Алин, давай, одевай, я посмотрю. Мне кажется, Саша, он ей очень большой. Марк, ну ты точно на нем не сможешь. Давай, Алин, проверим. Иди, Саша, сюда. Я не знаю, как она будет. Мне, короче, он пойдет. А вверх, поднимай руки. Вверх. Поглядите на него. Марк, он тебе не маленький, а? Ну что, у меня ужин такой же, как был обед и завтрак. А у деток макарошки с сыром, наггетсы и их любимые огурчики. Честно вам скажу, так хочется то же самое съесть. Эх. Смотрю, на них слюнки текут. Вот под вечер мне самое-самое сложное, потому что у меня всегда аппетит просыпается под вечер к ночи. Особенно если я долго сижу, монтирую. Мне очень тяжко, скорее всего, будет часов в 10 вечера. Вообще, кто сидит на диете, говорят обычно, что нужно просто раньше ложиться спать, чтобы не хотеть есть. Но у меня такое не пройдет, потому что нужно сегодня монтировать. Вкусно? Поглядите на это чудо. Алина уже в отпуске. Мы летим только 20 июня, то есть нам еще очень долго ждать отпуска, но дети уже не могут. Кстати, классный круг, она вот так, мне кажется, и будет на нем купаться. Утонешь? Да. Мы, знаете, все-таки хотим еще купить круг. Как у нас, помните, был фламинго в прошлом году, точнее не круг, а такой как бы надувной бассейн, детки садились в него, и я могла с ними далеко куда-то отплыть. Даже мы втроем помещались там, но я тут нигде такого не находила, и на Али его нету. Я думаю, может быть, уже на месте поищем подобный. Он был, конечно, очень классный. У нас тут вечерние игры с папочкой. Видите, Марк кричит: «Мне, мне!» Да. Ну, Марку кидайте, Алин, кинь Марку. Надо. Ну, лови, Марк. Смотрите, сколько игрушек. Я не знаю, надо все разобрать их. Я, кстати, разбирала месяц назад, видите, опять накопилось сколько. Уже не влезает никуда, ничего.